Городская клиническая больница номер 3 получила телевизор. Депутат Народного собрания Республики Изумруд Бучаева вручила детям медработников не только технику, но и сладкие подарки. Парламентария ранее не раз посещала медучреждение. Она поблагодарила коллектив больницы за ежедневный труд, за преданность простым человеческим принципам и за душевное отношение к пациентам. Отметив, что государство ведет довольно активную социальную политику, а милосердие – основа благополучного общества. Также Изумруд Бучаева призвала присоединиться к благотворительным акциям. Находясь здесь, в 3-й городской больнице города Махачкалы, со своими детьми хочу выразить благодарность муфтияту, лично уважаемому всеми нами муфтию Дагестана Ахмед Хаджи Абдуллаеву за эту уникальную клинику, где доктора – квалифицированные, грамотные, с большим опытом оказывают помощь медицинскую тысячам пациентов. Простые люди со всех районов и городов республики получают медицинскую помощь бесплатно. Наша семья начинает акцию «Семейная благотворительность в Дагестане». Приглашаем другие семьи приобщиться к этой акции, принять участие со своей семьей по мере возможности в данной акции – проявлять, заниматься благотворительностью так, чтобы это стало семейной традицией.